культурная сокровищница Беларуси. Здесь хранится одно из крупнейших собраний Восточной Европы. Сегодня это современный научно-образовательный центр, а также арт-площадка для многих художников. Мы в Национальном художественном музее Республики Беларусь, где станем свидетелями золотого века белорусской иконописи. Узнаем, в чем ее самобытность и почему именно 17-е столетие называют ее «золотым веком». С вами Алина Невойна, и это проект «Мода на культуру». Белорусская иконописная школа формировалась на протяжении нескольких столетий. И происходило это под влиянием множества факторов. Например, веяние эпохи Возрождения, которые опирались на традиции византийского и древнерусского искусства, повлияло на формирование и исторически сложившаяся поликонфессиональность, взаимодействие нескольких религий и религиозных течений. Экспозиция, представленная в Национальном художественном музее, как нельзя точно демонстрирует процесс развития и становления белорусской иконописи. Более 120 икон предоставили на выставку 4 белорусских музея. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Музей древнебелорусской культуры, Центра исследований белорусской культуры, языка, литературы, Национальной академии наук Беларуси, Национальный исторический музей Республики Беларусь и Могилевский областной краеведческий музей имени Романова. Художественное наследие 17-го столетия. Начиная от известных шедевров древнебелорусского искусства, заканчивая ранее неизвестными массовому зрителю иконами. Кроме того, на выставке представлены произведения, реставрация которых не окончена, а также фрагменты памятников, которые помогут лучше проследить ход развития самобытного стиля белорусской иконописи в 17 веке. Почему 17-е столетие называют золотым веком белорусской иконописи? Узнаем у заведующего отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь Елены Карпенко. Елена Владиленовна, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, какова главная идея выставки и кому она принадлежит? Главная идея выставки «Золотой век белорусской иконописи, 17-е столетие» принадлежит художнику, искусствоведу Юрию Александровичу Пискуну, который предложил нам создание такого уникального выставочного проекта, в рамках которого можно показать иконопись Беларуси одного столетия, 17-го, которое чрезвычайно важно для в целом истории развития белорусской иконографии этого времени, белорусской сакральной живописи, потому что в предыдущее столетие, в конце 16-го, эта сфера сакрального искусства только формировалась. Она только отбирала те черты, национальные черты, особенности, которые впоследствии развились и определили ее узнаваемость в кругу многочисленных памятников иконописи древнерусской, византийской и балканских стран. С этого времени икона действительно приобретает свое особое звучание, свои черты белорусские, местные. Выставка посвящена памяти уникального человека как в истории Беларуси, так и в истории всей православной церкви, экзарха, митрополита Слуцкого и Минского Филарета. Вот расскажите, какой вклад он внес в развитие иконописи Беларуси? Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси, внес огромный вклад в развитие современной иконописи Беларуси тем, что он основал множество новых епархий за время своего служения. И практически при каждой епархии образованы были иконописные мастерские. Потребность в них была очень большая, потому что в связи с такой очень активной борьбой с религией на наших землях в 60-е, 70-е годы многие храмы были закрыты, а с приходом митрополита Филарета они начали свое возрождение. И огромный вклад в формирование нашей музейной коллекции он внес тем, что в 2009 году благословил передачу в наш музей 9 произведений Жировического иконостаса. Экспозиция музея расположилась в 4 залах. Вот что гости смогут увидеть в каждом из них? В этих 4 залах произведения представлены прежде всего по хронологической составляющей. Мы начинаем показ с икон конца
конца XVI, начала XVII столетия. Иконопись этого времени тяготеет к древней православной художественной культуре, к византийским образцам. Существовали здесь такие оплоты православия, как Могилевщина, Слуцкое княжество. И мы в залах нашей экспозиции постарались разделить эти регионы и показать отдельно произведения слуцкие, могилевские, брестские. Мы собрали их по стилистическим признакам, доказали, что они были созданы вот в этом единственном регионе – Брест, Могилев, Слуцк. И это тоже новаторская идея данной экспозиции – собрать воедино когда-то разрозненное и дать упор, дать акцент именно на географическую привязку, на те иконописные школы, которые как раз формировались и расцвели на протяжении первой половины середины XVII столетия. Как вы считаете, иконопись понятна каждому или все-таки люди должны обладать какими-то специальными навыками, знаниями при посещении такого рода выставки? Специальные знания и специальная подготовка просто необходимы, потому что икона Беларуси и вообще икона, прежде всего, она символична. Она обращена к высокому, духовному. Она показывает события и сюжеты, которые нужно знать в текстах прежде всего, чтобы понять, что происходит. Человек, который хочет понимать икону, знать икону, любоваться ею, предстоять ей, молиться, должен обладать определенными знаниями. И сейчас надо сказать, что публика наша пошла гораздо более подготовленная, чем это было, допустим, 15 или 20 лет назад. Но, возвращаясь к вашему вопросу, подготовка действительно нужна. И многие приходят за ней как в церковь, так и в музей. Как вы считаете, почему люди испытывают вот какой-то особенный трепет, находясь перед иконой? Я думаю, это прежде всего потому, что икона иллюстрирует мир горний, мир возвышенный, мир недоступный, не всегда доступный человеческому сознанию. Многое здесь принимается, так сказать, априори, без истолкования. Мы только видим то, что изображает иконописец, принимаем это как данность, поклоняемся этому, молимся священному образу и ждем от него поддержки, возлагаем на него надежды, и нам остается только своей праведной жизнью, своим поведением, своим смирением заслужить эту поддержку свыше. И все это воплощено именно в молитвенном, в иконном образе. Белорусская иконопись – одна из уникальных составляющих мировой художественной культуры. Именно в белорусских иконах впервые проявились такие живописные жанры, как натюрморт и даже шляхетский портрет. Они демонстрируют разнообразие стилей и направлений – от памятников, максимально следующих древнему византийскому канону, до произведений барочного и классического стиля. Так, на иконах XVII века одежда и руки Богоматери могут быть изображены строго по канону, а вот лицо выписано максимально реалистично. Белорусские живописцы свободно соединяют католические цвета одежд и другие детали с кириллическими надписями и наоборот. Что касается наших дней, то современные иконописцы по-прежнему используют яичную эмульсию для приготовления красок и пишут святые лики на деревянных досках. В Национальном художественном музее работают 20 специалистов в области реставрации, четверо из которых занимаются исключительно восстановлением икон. В реставрационной мастерской, как в кабинете у химика-лаборанта. Различные баночки и сосуды с растворами. Можно увидеть даже хирургические инструменты. И только кисти с красками навевают мысль о том, что здесь работает человек искусства. Так каждый день возвращает к жизни иконы художник-реставратор Ольга Михайлова. Мы находимся в научной реставрационной мастерской, где создаются настоящие шедевры. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как происходит реставрация и что необходимо для того, чтобы этот процесс произошел грамотно. Хранители вещей, вот именно древнего белорусского искусства, у них существует
план реставрации вещей, которые первоочередных вещей, которые нуждаются в реставрации. Те вещи, которые находятся в тяжелом состоянии, в первую очередь они попадают в физико-химические исследования, выполняется рентген, ультрафиолет и ЭКО. И уже с этими исследованиями вещи попадают на реставрационный совет. И когда вот уже все утвердили, зафиксировали, все подписали, реставратор уже начинает работу. И когда уже работа выполнена, выполнены тонировки, покрыта финишным слоем лака, тоже она сдается по реставрационному совету, пишется реставрационный паспорт, где указываются все мероприятия, которые выполнял реставратор, и все материалы, учитывая. Что вам, как художнику-реставратору, необходимо для работы? У нас разные есть инструменты, вплоть до электрошпателей с разными насадками. Это используется для укрепления. Различные утюги чугунные, которые весят от килограмма и до двух, и до трех. Ну, то есть они тяжелые. Потом у нас медицинские инструменты, это скальпели различные, различные зонды, фторопластовые шпатели, различные пленки, которые, допустим, вот когда ты укрепляешь, то, допустим, термопленки, они не, ну, как бы не позволяют выполнить ожога, ну, то есть обезопашивают. Реставратор, он должен следовать строгим правилам. И вообще, когда вы приходите на выставку и смотрите вот или иконы, или живопись масляная, вы не должны чувствовать, что что-то вообще происходило с этой вещью. Хотя там могло быть происходить очень много процессов различных, но зритель должен этого даже не знать и не ощущать. На выставке представлены ваши работы, которые вы реставрировали. Вот расскажите об этом подробнее. Там представлено 4 работы. И все практически эти работы поступили в плановую реставрацию, то есть на укрепление. Нужно было просто укрепить и отдать в хранилище. Но, как оказалось, что очень часто бывает, когда мы укрепляем красочный слой, происходит новое открытие. То есть вещи находятся под слоем записи. То есть их кто-то поновлял, либо кто-то реставрировал. И в таком, скажем, плановая реставрация, быстрая реставрация переходит в более длительный процесс с открытием до подлинника. Усилиями всех белорусских художественных центров, городов и местечек, православных и униатских монастырей, церковных братств, а также усилиями белорусских писателей-теологов и талантливых иконописцев были сформированы духовная насыщенность и художественное совершенство белорусской иконы. Это дает основание считать их одним из важных обретений национального художественного наследия, исключительным вкладом белорусов в сокровищницу мировой художественной культуры. Выставка уже завершилась и нашла своего зрителя. Дальнейшая судьба икон известна. По большей части они вернутся в хранилище 4 музеев нашей страны. А какие-то останутся в стенах художественного музея, чтобы умелые руки мастеров подарили им новую жизнь. Сегодня мы соприкоснулись с культурной и духовной святыней Беларуси, узнали все тонкости работы с иконами, а главное, нашли ответ на вопрос, почему 17-е столетие по праву считается золотым веком не только для белорусской иконописи, но и для всей белорусской духовности в целом. Будьте духовными и никогда не теряйте веру в себя. С вами была Алина Невойна. И помните, быть культурным – это модно. Увидимся ровно через неделю. До новых культурных встреч!